Чувашия присоединилась к всероссийской акции «Волонтерский космический забег», посвященный 60-летию начала космической эры человечества. Организатор акции – Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриот-центр. Студенты 15 вузов пробежали символическую дистанцию в 1957 метров на столичном стадионе «Энергия». 1957 метров – цифра символичная. Именно в 1957 году наша страна запустила первый в мире искусственный спутник Земли. На стадион вышли энтузиасты спорта, представители добровольческих движений. Студенты республики выбирают здоровый образ жизни, полагаясь на пример первого космонавта Земли Юрия Гагарина и наших прославленных земляков, покорителей космического пространства Андрияна Николаева, Николая Бударина и Мусы Манарова. Кто знает, может, среди этих студентов есть их будущие коллеги, которыми будет гордиться как Чувашия, так и вся Россия. Круг за кругом и заветная отметка в 1957 метров преодолена. Но все же победа для них не самоцель. Главное, чтобы пример любви к здоровому образу жизни стал заразителен для всей молодежи, рассказывают участники забега. Сегодня у нас отличная погода, так что мероприятие прошло очень здорово. Стремитесь, как наши космонавты, преодолевать препятствия, и у вас все получится. Занимайтесь спортом. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика.